Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрели видео. Вот, молодцы, хорошо погонялись. Да, интересная гоночка была. Вот хотим еще одну организовать. Созываем всех продвинутых электробайкеров с мощными конфигами на встречу, покататься, классное время провести, записать интересные видео. Вот. Мощность любая, в принципе, но желательно там от 12 до 15 киловатт. Всех прям приглашаем, давайте. Будет интересно. Так, значит, кто имеет мощный байк, пишет в комментариях, да? Да, пишите, давайте придумаем. Действительно, будет интересно. Поделимся опытом, посмотрим, на что наши байки способны. Ну, не боитесь, какой-нибудь приедет американец такой, Джон на крутом байке. Джона обязательно ждем. Приезжайте вообще с Европы, с Америки, всех будем ждать. Всех рады видеть. Итого, международная гоночка, да, намечается? Да. Давайте. Ну что, тогда, кто не смотрел видео, расскажите хотя бы, какой конфиг, чтобы ребята заценили и свои силы как бы рассчитали. Вот. Ну, рассчитывайте силы, да, рассчитывайте на что хорошую батареечку. Здесь у нас 72 вольта, 58 ампер-час, 15 киловатт долговременно. Скорость у нас максималка 120. Что у нас еще интересного? Мотор у нас... Ну, в номинальный мотор какой у вас? 3 киловатта. 3 киловатта. Да. То есть уже в пике это 15, да, получается? Пике, да, 15 киловатт долговременно держит. То есть, какую бы вы хотели бы вот гонку, короткую дистанцию, длинную, среднюю дистанцию? Я думаю, все было бы интересно. У нас, значит, максималка 120, и 120, и соточку хотим проверить. То есть, если кто-то скажет, ну что, давайте тряхнем там стариной. И, то есть не стариной, наоборот, и там 30 Пожги километров, да, 40 проедем. И 40, и на короткой дистанции давайте попробуем, и на длинной, все интересно. Так, итого обращаюсь к Джонам, приезжайте и поборитесь. Ждем. Мы думаем, что это самый лучший байк, который был сделан в этом году. Да, вот хотелось бы еще что-нибудь интересное, аналогичное увидеть и испытать на наших дорогах. Итак, что, давайте, ребят, пишите. Давайте. Вот, а мы сделаем какую-нибудь призовую грамоту. И шоколадную медальку. Да. Так что, кто имеет возможность, кто имеет стальные яйца, приезжайте, звоните, пишите. Утепляйтесь, организуем. Ну что ж, будем болеть, переживать. И приедем на гоночку обязательно, посмотрим, заснимем все. Давайте. Удачи. Еще время есть.